22 марта 2024 год. Позитив. Вот пришел суток, пообедал. Котиков домой запустил. Они играются. Красавчик на ручки залез ко мне, на колени. А Фартос черненький изображает тут. С сухариком играется. С сухариком играется. Вот, радостные, радостные. Папа дома. Дома тепло. Печку натопили, да? А ты, братаны, а? Братаны. Вот они. Позитив. По 10 месяцев. Сегодня вот 22 марта, а они рождены 24 год. А они рождены 30 апреля. Я шел на смену 29 апреля. Ему вот сейчас уже скоро будет 11 месяцев, 29 числа. Через неделю будет 11 месяцев. И вот фартик вот этот черненький. Вот ему сутки было, он как родился, слепой, на него вода лилась. Вот представляете, 29 апреля, да, ливень идет. И на него, вот он как сутки родился, кошка его подбросила в щель там между забором и зданием. И он кричит, на него льется вода, да. И вот мы его с напарником из пипетки выкармливали. За четверо суток кошка Муся прибежала только два раза покормить. А потом через четверо суток поняла, что, что попал он в хорошие руки. Притащила еще второго, потом через сутки еще третьего. А потом 4, 5, 6 котенка. Ну вот те все попали в хорошие руки. Двое остались у нас жить. И радуют нас. И они и друзья, и партнеры. Вот, и члены семьи. Да? Красавчик. Кс-кс-кс-кс-кс. Красавчик. Красавчик. Фартик, фартик, иди к папе, иди, 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 мой хороший, иди. Иди, иди, мой хороший, иди. Прыгни. Прыгай. Можно. Прыгай. Давай, прыгай. Давай, иди ко мне, иди. Иди поглажу. Иди, мой хороший, иди. Ну, там на YouTube-канале Владимир Стороженко много видео. Там что-то было первых 140 серий про воссоединение кошачьей семьи Муси. Потом Муся еще осенью принесла 6 котят. Тоже всех пристроили в хорошие руки. Вот сейчас кошка Муся живет в трехкомнатной квартире. Тоже должна уже родить еще. Вот, так что, так, жизнь продолжается. Да? Иди, мой хороший, иди, мой хороший. Иди, мой хороший, красавчик, красавчик, красавчик. Красавчик разговаривать умеет, он мяукает. Фартовый не мяукает. Черненький не мяукает. А красавчик, вон какой у него пушистый хвост. Да? Красавчик мяукает, да? Мяукает? Скажешь что-нибудь? Мяу. Мяу. Ну все, чтобы видео было покороче. 22 марта 2024 год. Сейчас Ирина Борисовна с работы придет. Все, печку натопили, порядки навели. Сейчас будем отдыхать. Всем хорошего вечера.